Далее Иван Нерия еще пишет. Добрый день. Из антибиотика цифенак, инейс для печени, антраэль и цистин, мезим из мази та-та-та-та-та-та. Но эффекта нет. До этого мазала сам молескинум мазь. И на время помогало, потом все возвращалось. Но в последнее время оно пошло по руке больше. Травы настоя. Начал делать примочки темного тормозила и осиновую кору варил и пил параллельно. Стал пить АСД-2. АСД-2 вообще очень сильное средство. Оно должно так хорошо работать. На правой ноге тромбофлебит. То есть это, если тромбофлебит, это уже говорит о том, что организм уже изнутри, он поражен довольно-таки хорошо. Довольно-таки сильно поражен. Тромбофлебит. Нога красная, чуть отек. Сначала делал наружный компресс АСД, но получил немного ожог. А тромбофлебит, он же изнутри. Надо внутрях что-то делать. Понимаете? Внутрях делать. А не снаружи. Но получил немного ожог, покраснение ноги. И прекратил компресс. Пить не перестал. По 2 кубика, 4 раза, 5 дней и 3 перерыв. Вот, опять-таки, я вам неоднократно говорил, что мы с вами получим какую-то серьезную болячку, заработав ее своим глупым отношением к своему собственному организму, к своей собственной жизни. Мы ее хотим, от нее хотим избавиться малой кровью. А тут тромбофлебит. А тромбофлебита тут надо более такие вещи применять для того, чтобы его убрать. Тут и поголодать бы надо, тут и питание надо было бы изменить, тут и еще кое-что надо было бы сделать и поменять. А не просто так, знаете, а я пью и надеюсь. Знаете, это редко такое помогает. Цитофаки, мазофаки какие-то и все это там такое, значит, как придумают кучу каких-то этих самых названий. Ага, потом опять смотрите, вот это что, для того, чтобы вот голову человеку забить какой-то псевдонаучностью, какой-то, знаете, вот опутать его, одурманить и сосать деньги. Значит, Иван Нори, обратно. Да еще чуть не забыл, по антибитикограмме с бак-пассивом показан, что цифтриаксон можно применять и 3 раза, коли по 2 укола утром и вечером. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Здорово, здорово, Аксяра, кончили с праздником. Богатырь, ты что ли, мамуль, привет, бать, здорово.